Уважаемые граждане нашей страны, я вновь обращаюсь к вам, чтобы сообщить о новой масштабной схеме, которая может оставить наше государство без важного и прибыльного актива. Ранее я уже разоблачал кражу миллиарда, публиковал отчет КРОЛ о лицах, причастных к банковским мошенничествам. Я также выявлял схемы закупки природного газа, что привело к снижению тарифов с более чем 29 леев до примерно 18 леев за кубометр. Также вы помните и про проблемы с мазутом на предприятии «Термоэлектрика». Сегодня я хочу довести до всех информацию о готовящейся атаке на речной порт Унгень, в который входит и порт Джуджулеште, и пассажирский, и грузовой. Подчеркну, что в этой сложной схеме используются элементы, аналогичные тем, что применялись при краже миллиарда 10 лет назад. Согласно избирательным технологиям, действующие партии и президенты, стремящиеся к переизбранию за год до выборов, не должны принимать вызывающие негативные эмоции и недовольство у граждан решения. Так, по крайней мере, советуют консультанты ПАС и Майя Санду. Но похоже, что они хотят повторить ошибку Альянса за европейскую интеграцию, который допустил и организовал кражу миллиарда перед парламентскими выборами 10 лет назад. Именно тогда, когда за несколько дней нас сняли с выборов. Сегодня речь пойдет о рейдерской атаке на прибыльное государственное предприятие. Поскольку существует множество нормативных актов, постановлений правительства, проектов, законов, соглашений, заявления официальных лиц, подтверждающих мои слова, я вынужден опубликовать это расследование в письменной форме на своей странице rup.md. Я очень надеюсь, что президент Майя Санду отреагирует на это расследование и подобающим образом примет жесткие меры. Или она опять станет защищать своих мошенников и жуликов, как это было с закупками природного газа и скандалом вокруг закупки и захоронения мазута на термоэлектрике. Я хочу сейчас, без шуток и без иронии, поблагодарить некоторых членов правящей партии ПАС, которые раскрыли мне эту схему и работали со мной над проведением этого расследования. Это доказывает, что и в этой партии есть порядочные люди. Уважаемые граждане, пишите мне в комментариях то, что вы думаете про это расследование, особенно прошу специалистов, юристов, политформирования могут высказаться, которые сегодня борются реально с действующей властью. Но важно другое. Мы должны остановить эту шайку жуликов и воров, пока остановить, а после выборов взять и посадить всех к чертовой матери. Всем огромное спасибо. Жду ваши комментарии. Хорошего дня. Пока.